Всем привет! Сегодня на ремонте у нас Sony M2 Dual. Проблема в SIM-слоте. Как сказать, неправильно засунули SIM-карты и, ну, как сказать, два слота уже оба повреждены. Будем менять шлейф на нем. Шлейф уже у нас есть. Я покупал в Amiga Service вот такой вот шлейфик. Вот. Так, будем использовать изопропиловый спирт. Наносим на саму пленку и начинаем снимать. Для начала телефон разбирается через заднюю крышку. Так, железка для фиксирования. Проходим. Крышка у нас пластиковая, так что можно не бояться. Видимо, телефон был уже в ремонте. Что-нибудь пожестче. Крышку мы сняли, убираем в сторонку, отключаем аккумулятор, отключаем шлейфа, наша шлейф межплатный, шлейф дисплея, шлейф тача, это на тач идет. Датчики. Так. Включаем болты. Эксальку открутили, снимаем вот это. Теперь оно очень, как сказать, трудное совсем при разборке. Надо быть немного аккуратнее, когда снимаете материнскую плату.
Надо будет по краям снять. Интересная конструкция вообще. Для начала надо снять эту часть из рамки. Давно я не разбирал данную модель уже. Все. Одну часть мы сняли. Вот вторая часть. Плату мы сняли. Теперь снимаем наш шлейф. Так, шлейф у нас идет. Вот этот шлейф. Это шлейф дисплея. Тоже вот надо быть аккуратным с ним. Память. Одну часть мы сняли. Это разъем на SD карту. Вот SIM разъем. Вот это надо убрать, чтобы не мешало тоже. Снимаем аккумулятор. Да, шлейф идет еще на кнопку саму. Не знаю, что за кнопка это. Так, давайте для начала снимем.
Шлейф сняли. Теперь будем подключать новый шлейф. Да, это кнопка Reset. Все аккуратно здесь село. Дальше подключаем разотный разъем для SD карты. Не забываем пленку снять на шлейфе. Все, шлейф подключили. Устанавливаем обратно кнопку Reset. Лучше снять аккумулятор. Я изначально не заметил этого. Угу. Все. Шлейф подключен. Теперь устанавливаем нашу материнскую плату обратно. А нет, забыли.
начало. Надо подключить шлейф дисплея. Нет, это можно в конце сделать, в принципе. Давайте зафиксируем дисплей наш. Теперь, как снимали, также подключаем обратно нашу материнскую плату по этому же порядку. Сначала вот этот край одеваем, а дальше второй край. Здесь чуть-чуть надо приподнять. Все, материнскую плату установили. В принципе. Давайте лучше снимем аккумулятор. Потому что лучше вот это все извлечь сначала. Все. Материнскую плату мы установили. Теперь закручиваем болты. Включаем шлейфа, шлейф на тач идет, потом шлейф датчиков наших. Межплатный шлейф, шлейф на 7 разъем вот этот. Это межплатный, это шлейф на 7 разъем. Шлейф дисплея находится под платой, под материнской платой. Вот в этой части находится шлейф дисплея. Подключаем наш аккумулятор.
Включаем сим-карту и будем проверять. Так. Наши сим-слоты. Симку подключили, SD-карту подключаем. Так, телефон у нас включается. А, да. Надо извлечь еще вторую симку, которая застряла внутри. Все, вот сеть видит. Второй сим-карту пока мы не подключали. Сейчас проверим SD-карту. Память. Так. Вот наша SD-карта, 8 гигабайт видит. Все. Телефон, можно сказать, уже готов. Только заклеим наш заднюю крышку и поставим. Так, видимо, это вторая симка, что ли, у нас. Мобильная сеть. А, да, вот. 3G не включили, поэтому это показывает 2G. Все. Так, осталось только заклеить заднюю крышку. Клеить будем на двухсторонний скотч, скорее всего. Да. Двухсторонний скотч будем клеить. Очищаем старый скотч. На самой крышке придется чистить клей.
мои пленки. Заклеиваем нашу крышку. Все, наш телефон готов. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всего доброго.